10 ноября в России отмечается День сотрудника Министерства внутренних дел. В нашей стране этот праздник чаще называют Днем полиции. Торжественные мероприятия по этому случаю состоялось в центре «Мечта» города Орехово-Зуево. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – самый молодой из ныне существующих праздников. За современную историю существования этот день переименовывается в третий раз. До этого был праздник советской милиции, потом российской, а теперь День сотрудника МВД России. Но не только полицейские, я считаю, в этот день должны праздновать, но и члены семей, потому что они наряду с нами также длительное время находятся без нас, когда мы с вами несем службу по охране общественного порядка и защищаем безопасность граждан Орехово-Зуевского района. Зачастую приходится и в других регионах и страны, и в других регионах Московской области делать нашу с вами полицейскую работу. Охранять покой граждан страны – это не работа и не обязанность. Это опасное призвание. Ни один концерт, посвященный Дню полиции, не обходится без песни «Офицеры». Сотрудники ее всегда слушают стоя, в память о тех, чье сердце оказалось под прицелом. В праздничный день со сцены Дома культуры «Мечта» звучали только слова благодарности и поздравления в адрес полицейских. За отвагу, мужество и добросовестную службу многие сотрудники были награждены отличительными знаками, почетными грамотами, благодарственными письмами Главного управления МВД по Московской области, а также почетными грамотами и благодарственными письмами глав города Орехово-Зуево и Орехово-Зуевского района. Чтобы вот этот потенциал, который заложен, он воплотился в реальные дела, чтобы наше управление было на одном из первых мест, и чтобы в нашем городе и районе всегда было спокойно и хорошо жить. Всех вас с праздником, всем здоровья крепкого, удачи, любви и всего самого доброго. С праздником! Некоторые из представленных к награде сотрудников не смогли ее получить. В праздничный день они несли службу. Ведь преступникам не важно, какой день в календаре.